Копейске под тяжестью снега рухнула крыша автозаправки. Металлоконструкция не выдержала ледяного покрова. В итоге обрушилась на глазах десятков очевидцев. В этот момент на АЗС находилось несколько машин. Подробности в репортаже. Эти кадры очевидцы сделали через несколько минут сразу после ЧП. По словам свидетелей, в момент обрушения на заправке находилось несколько машин. Только чудом рухнувшая конструкция никого не придавила. Несмотря на инцидент, автозаправщики продолжили работу. Но уже ближе к вечеру руководство АЗС наняло рабочих, чтобы убрать упавший навес. Убрать последствия ЧП прибыла спецтехника и рабочие. Несколько часов они ломали голову над тем, как демонтировать развалившуюся крышу. Работу осложняло и то, что в любой момент могла обрушиться оставшаяся часть навеса. Использовать болгарку, чтобы спилить оставшуюся часть, было нельзя. Из-за искры мог вспыхнуть бензин. Металлическую конструкцию рабочие до поздней ночи распиливали ножовками. Смотрю, крыша свалилась. Ну, конечно, чем это опасно? А если бы машина выезжала, или как водитель ставит машину на заправку и выходит сам оплачивать, и как раз он по этому месту идет, вот тут вот. По словам местных жителей, они давно жаловались на эту автозаправку. Неоднократно писали в прокуратуру, что построена она была с нарушениями, а по всей округе стоит едкий запах бензина. А мы как на пороховой бочке сидим. Положено 50 метров минимум, а у них 25 метров у нас. Горожане устали бороться с владельцами АЗС на словах. Сейчас местные жители опять готовят несколько обращений в надзорные органы.